Добрый день, друзья! Мини-обзор, быстренько пробегусь, моих покупок по 11 каталогу, вот по этому 11 каталог, который у нас действует с 18 июля по 7 августа включительно. Итак, что же я здесь купила? Не все по каталогу, потому что часть куплена на онлайн, чисто онлайн распродажа. Например, вот такая вот юбочка детская плиссированная, только синяя. Значит, по каталогу, вот она юбка плиссированная, вот такая синяя. Мы как раз таки и купили ее из каталога. Да, вот, для школы хорошо подойдет. Плиссированная длинная юбочка. Что еще здесь? Ну, я не могла пройти мимо кофе. Кофе, вот это хороший кофе, мне нравится. Это просто растворимый кофе без добавления молотого. Я брала с добавлением молотого, «Добрый день» называется, здесь «Доброе утро», и мне не понравился. Вот все-таки вкус такого вот молотого кофе сюда добавлен, мне не понравился. А здесь просто чисто растворимый, мне очень нравится. Стандартно 95 грамм здесь в баночке, и вот обычный гранулированный кофе. Мне очень нравится, я его взяла 3 баночки. А также чай взяла из серии «Нечаев», апельсиновые тропики с каркаде и хиноцеей. Польза суперфудов. Это чайный напиток. Это не совсем чай, это травяной напиток. Ну вот, вот состав. Что у нас? Цветки каркаде входят, цедра апельсина, плоды шиповника и хиноцея. То есть такой витаминизированный напиточек. Ну вот я взяла. Здесь он в пакетиках. Каждый пакетик нужно вот заваривать. Очень удобно. 40 грамм. Чайный напиток. А что еще взяла? Взяла антипаразитарный комплекс для очищения организма. Биологически активная добавка. Я раз в год или раз в полгода всегда пропиваю антипаразитарный комплекс. Дочь у меня взяла универсальный крем. Ой, крем вообще обалденно пахнет малиной. Там такая вкусняшка, так же, как и шампунь. Шампунь был в прошлом каталоге. У меня обзор был на него из серии Lovely Moments. А здесь она попросила взять ей крем для лица, сказала, вот ей надо. То есть вот 3 плюс для любого возраста, ну то есть для подростка, то нормально. Это у меня средство для снятия лака, любого лака написано, универсальное средство для любого покрытия, то есть снимает любой лак, хоть гель-лак. 100 миллилитров объем обычный, формула разработана в Германии, 100 миллилитров. А следующее, что мы здесь взяли, мы взяли также леггинсы трикотажные, обтягивающие брючки для девочки, уже их померили, прекрасно сидят, как всегда, хорошее качество. Вот резиночка, и вот они такие вот хорошие. Все здесь выделано хорошо, серия бурматиков. Ну и также, ну здесь вот стойкое покрытие взяла для лака, вот такой лак. А вы знаете, он не совсем красный, в каталоге написано, что вот он такой полупрозрачный имеет эффект, то есть вот, скажем так, вот с красным, ну, с красным отливом. Вот так. Еще не пробовала, не могу сказать. Полупрозрачный. И вот, он сам по себе он темный, этот флакончик, а на самом деле он совсем такой. Сейчас покажу. Вот такой вот цвет. Такая приглушенная фуксия. Ну, вот мне понравился. Я его взяла себе. А сам футляр вот такой темный. Кажется, черный лак, на самом деле нет. Лак для ногтей 79-12. Он там просто все в черном, но оттенки разные. Так, а этот сейчас скажу. Артикул 70. Чего там? 6,49, по-моему. Так мелко написано, что не сразу и сможешь прочитать. А что еще взяла? Пенный очиститель для
ковров, тканей, обивок. Ну вот хочу попробовать. Правда, хочу попробовать. Косметика для дома. Хочу ковер в коридоре почистить. И вот сколько здесь? 353 грамма. Ну вот попробуем. Так ли он хорош, как его все хвалят и, ну, то есть восхищаются. Хочу сама попробовать. И уже тогда узнаю, как и что. А здесь взяла гель очищающий для туалета 7 в 1. Ой, простите, чистота под контролем. Инновационная технология изменения цвета обеспечивает полный контроль за удалением загрязнений. То есть наливаете на унитаз и смотрите, как меняется цвет. То есть изменение цвета как раз таки показывает о загрязнении. Видите, с зеленого на синий. Артикул 30-292, 500 миллилитров. Ну, стандартно, все стандартно. Объем. А затем у нас вторая серия акваспрей. Освежитель воздуха на этот раз мы взяли. Так, какой солнечный ананас. Нам нравятся хорошие такие запахи. Один был у нас, сейчас заканчивается устранитель запахов, который, в общем, ликвидирует их, блокирует запахи. Это просто вот так акваспрей. Здесь взяла вот из серии комплексного ухода живицу кедра. Ну вот взяла зубную пасту, кислородная, профилактическая зубная паста. Я люблю травяные пасты, вот на этот раз взяла 24-44, 75 миллилитров. Стандартная. А еще что у нас здесь интересного есть? Вот эта губка из серии Beauty Cafe. Но здесь вообще настолько ароматное все в Beauty Cafe, что просто хочется скушать фрукты, все эти ягоды и фрукты. Это губка, и у нее, посмотрите, здесь шарики есть, да? Это мыло, мыльные шарики, которые губка намокает в воде. И вот она дает пену. То есть сразу два в одном, и губка, и мыло. Вот взяли. Пахнет апельсином. Здесь из этой же серии, из Beauty Cafe, пена. Пена для ванны. Черничный капкейк. Да, черничный капкейк. Посмотрите, вот она вся такая серия. Так аппетитно, в общем, сделана. А какой аромат у нее, это вот просто не передать. Просто черничка, живая черничка. Вот такую вот пенку взяли, 200 миллилитров. Объем 25-27 артикул. Взяла себе из серии Ботаника, взяла тоник для лица. Свежесть и комфорт. Василек и гранат. Натуральные ингредиенты. 150 миллилитров. Артикул 0775. Вот взяла из такой вот серии Ботаника. А опять же, мои любимые, это уже третий, наверное, флакон. Это двухфазное средство для снятия косметики с глаз. Я снимаю любую тушь, будь она обычная, у меня водостойкой нету, я не пользуюсь. Ну вот они хоть какую стойкую, хоть обычную, я снимаю двухфазным средством для снятия макияжа с глаз. Подходит для всех типов кожи. Не раздражает, кислородное дыхание. Axiology. Стандартно 150 миллилитров, код 1242. Вот эти вот волшебные пузырьки маслянистые мне как раз и нравятся. Ну и последнее, что крем для тела, и тоже ароматный, ароматный уход, серия Лакрим. Молочные протеины содержит, крем для лица, рук и тела. Я взяла для тела, ну и для рук, конечно, подойдет, с персиком и молочными протеинами. Вот хочу эту серию еще попробовать. 150 миллилитров. Beauty Cafe у меня уже вся она прошла. Пользуюсь. Вот теперь решила вот такой. 79-69. Это персик и молочный протеин. И последнее, что я взяла из серии Expert Pharma, это бальзам для стоп, гладкие пяточки. Тоже хочу протестировать. Хочу попробовать. Что у нас здесь? Глицерин содержит. Сколько? 30%? Ой, ну так мелко. 50 миллилитров, 1661 код. Вот так выглядит. Гладкие пяточки, мягкие пяточки. Актуально.
Все, следующий каталог номер 12, который будет действовать с 8 августа по 28 августа. Какое платье красивое. Прям хоть бери и вяжи такое. Вот. И, конечно же, у нас вступает программу. Наконец-то долго ждали стартовая программа для новых покупателей. То есть она возвращается, она обновленная. И с 12 каталога как раз все, кто присоединится, пойдут по стартовой программе с подарками. Так что, если думаете, присоединяйтесь, чтобы покупать продукцию со скидкой от 20%. Вот такой мой небольшой обзорчик, да, без всяких там супер подробностей и лишних разговоров. Все, вот мои покупочки. Смотрите, возможно, еще что-то и успеете себе прикупить понравившееся. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока.